Здравствуйте, друзья, доброе утро. Вот вы видите трачок с прицепом, на котором приехал такой небольшой экскаватор, и мы сейчас отправимся на стройплощадку посмотреть, что там происходит. Тут вот у нас такой проем, там, где забор должен был бы быть. Вот мы с этой стороны зайдем. Я хотел показать, что тут ровненько, все заглажено, трубы закопаны. Вот тут бульдозер, вот там экскаватор. И должно быть некоторое расстояние от дома, чтобы там дождевые воды не попали под дом, его не повредили. Поэтому вот обеспечивается вот там вот эта вот площадка, что там был откос от дома. От дома. Вот они сейчас там уже лопатами немножко подравнивают. Так. А там дальше у нас вчера выкопали здоровенную яму. Вот здесь, видите, белая труба стоит. Вот на этом месте выкопали здоровенную яму в человеческий рост. Засыпали щебенкой. Это так называемый бейсин. Бейсин. Его задача, чтобы вода уходила в грунт. Значит, соответственно, вода, которая будет собираться на участке, вот туда уйдет, и оттуда уже через щебенку пойдет в грунт. Вместо того, чтобы вводить ее куда-то непонятно куда, вот она здесь уходит. Это как бы обычный такой способ. Вот эта вот машинка, она утрамбовывает грунт. И вот с ее помощью что-то вот трамбовали. Вот, вы видите, там еще тоже такие трубы белые. Все для того же самого. Вот они там торчат. Вот такая картинка. Поговорил с трактористом, значит, он мне объяснил, что вот те белые трубы маленькие, которые торчали вдоль дома, вот они соединены вот с той большой, которая там в углу. Так что вода собирается, значит, со всего участка вот вокруг дома, чтобы она к дому не прошла. Тут у нас дырка в сетке железной, пока еще присутствует. Так что вот мы можем пойти глянуть, что там в доме-то. Смотрите, видите, труба-то туда-сюда, туда-сюда. Это ее там снизу как-то. Уж как интересно-то. Не поцарапаться. Так. Ага. Это фактически воздух под давлением подается в пистолетик вот туда. Понятно. Ну, в самом доме я не вижу ничего такого, разве что только понаблюдать. Что там у нас происходит. Да. Вот он запустил свой пистолет бензиновый. Да? Утрамбовывающий. Опа, и пошел трамбовать. Понятно.